Приветики всем! Сегодня у нас 25 октября и достаточно хорошая погода. Я вот одета, как всегда, по-спортивному, немножко жарковато. Хотела сказать. Дело в том, что я никогда не прошу и не пишу в своих видео, чтобы подписывались на мой канал. Спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Иногда в Гугле я отмечаю, что спасибо всем за просмотр, спасибо за комментарии. Это понятно, это когда мы все взаимные, мы делаем это. Но дело в том, что люди подписываются на мой канал, и я очень благодарна им. Большое спасибо. Самое главное, чтобы смотрели. Подписка — это не так важна. Поэтому большое спасибо всем за подписку, новым подписавшимся и те, которые уже подписаны и год со мной находятся, потому что я никого никогда не благодарила за это, но и не просила, чтобы подписывались. Может быть, и не так я должна делать, но дело даже не в этом, просто это мой канал, я в него гружу там все, что мне нравится, что это как бы мое хобби, мне это нравится, я это делаю. И если это еще кому-то понравится, я буду просто довольна, как слон, что называется. Так что большое спасибо еще раз всем. Меня тут пригласили на комсомольское собрание, посвященное юбилею, наверное, да, комсомола. Я уже, честно говоря, ничего не помню, абсолютно. Знаю, что я была примерная девочка, очень мечтала стать пионеркой, комсомолкой рвалась быть. И была довольная, как слон, что стала комсомолкой. Но вот что хорошего мне этот комсомол послал? Ну вот, хоть убей, ничего не помню. Да и плохого тоже. Единственное, что членские взносы платила. Из своего кошелька, да? Ну и как-то вот только один эпизодик был в моей жизни, связанный с комсомолом. Не знаю, интересно или нет, но такая ситуация, которую я действительно до сих пор помню, это было где-то, скажем так, 1983-85 год, где-то так, вот не могу сказать, то ли мне еще не было. Я уже, конечно, работала в университете, и так как я люблю путешествовать, да, я вот всегда пыталась куда-то там поехать. И вот это я не помню, то ли у меня это была первая попытка, то ли это уже было после Болгарии. Но, тем не менее, она у меня не получилась, эта попытка. Я хотела поехать в Чехословакию. Даже не в Чехословакию, наверное, сказали, в Чехию, в западную Чехию, Словакию. Не в Словакию, а в Чехию западную, да, сейчас вот столько все это изменилось. Названия все поделились, разделились. И я почему-то должна прийти, была на комсомольское собрание, в этот наш горком, или как он там называется, для того, чтобы мне дали разрешение поехать вот в Чехию. За мои собственные деньги я должна была, в общем, просить разрешения поехать. Ну, я вообще такая, конечно, умная, добрая всегда была. Сейчас я уже другая, не думайте. Ну, не такая уж я и плохая, катива. Катива, как говорят, катива. Ну, как говорится, хорошими делами прославиться нельзя. Ну, вот, это шутка. Я пошла на это собрание, ну, конечно, еще прихватила подружку по работе, которая была помоложе меня немножко. Ну, вот такая я дурочка. В результате на этом собрании подружке разрешили поехать, а мне нет. Вот так вот. А мне не оказалось места. Вот такая вот я добрая была.
Если подумать, вот так вот сейчас вспоминаю, какая же дурочка, ну, наверное, такая же осталась. Помню, у подруги меня практически никуда не брали с собой, вот на такие всякие вылазки, где у них происходили знакомства с курсантами. Я даже об этом даже не подозревала, честно говоря, а как-то потом узнала. Они всегда говорили: нет, Катьку не берем, потому что она наших женихов всех отобьет. Не, ну, девчонки, всех-то мне не надо было, мне бы было достаточно одного всего. А я вот такая дурочка, я вот веду всех, и, короче, потом взяли мою приятельницу в Чехию, а мне запретили за мои собственные деньги. Ну вот, плохо поступил комсомол в этом плане, вот. Единственная память, да, мне о нем, которая осталась. Кстати, я до конца потом бегала от этих взносов. И потом уже, когда закончился срок, уже все, ну, слава богу, там уже, как говорится, все изменилось, мир изменился. Но что я могу сказать, все равно это были хорошие времена, потому что мы были молоды. Были красивы, счастливы, как говорится, как молодыми были, как искренне любили, как верили в себя. Были времена хорошие. Все, что не случается в жизни, все к лучшему. Значит, и должно быть так все. Так что, ребята, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.